Добрый день! Сегодня 21 февраля 2023 год. Меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. Получение денежных средств при отправке по всей России. Опыт большой. Тоже являюсь только я. Стоимость трактора, контакты указаны всегда в описании к видео. Трактор не продан. Когда продастся, тогда заголовок объявления будет указано, что он продан. Представляю вам Янмар АФ-222С. Трехцилиндровый дизель, ведовый скун на 180 килограмм. Высота подъема 1,60 м. Так. 22 лошади он. По дискам он 99 года. Сейчас все покажу. По ГТД. Вот тут, наверное, самое большее. Вот тут уже ржавчина. Ну, вот есть элементы. А так, в принципе, все работает. Все проверил. Передние шины. Трактор, понятно, ведовый. Наработки 1018 часов. Это у нас ВД. Отключается, включается. Вот сейчас, где галочка там включена. Так, здесь у нас это делитель. Повышенная, пониженная. Вал отбора мощности 3 скорости. Коробка передач основная 4 скорости. Делить. И реверс. Получается 8 скоростей вперед, 8 назад. Вот у нас, как обычно, вентиль гидросистемы. Сидушка. Рама безопасности. Задние шины хорошие. А ну вот, по дискам 99 год. Если так, то 66. Навеска универсальная, трехточечная. Можно ставить абсолютно любое навесное оборудование. Быстросъем стоит. Муфта соединительная. На кардане кожух. Фреза. Фреза в очень хорошем состоянии. Видите, как она такая нержавая, блестит все. 1,60 м ширина. Автоглубина, автогоризонт. Все есть, все работает. Сейчас все потестирую. Так, 99 год. Это подъем, опускание фрезы. Это глубину выставлять. Это вручную горизонт. Кнопку нажал, автомат. Ну и плюс там дополнительные настроечки. Это ручник зажимать. Вот сейчас он зажатым. Задние мокрые тормоза, левый, правый. Блокировка дифференциала заднего моста. Это рычаг сейчас выключен. Если вниз опустить, ну, только опустится на первом делителе, это быстрый разворот. Даже когда ее включить, она не включится. Не включится. Или она с двойки уйдет, видите, на однерку. Вот тогда сейчас быстрый разворот на пониженной включается только. Ручной газ. Кун. Быстросъемы. Здесь пальцы. Заводим тестируем. Сцепление. Ключ правый, свеча. Тухнет. Так, ну, стандартный сигнал, левый поворотник. Горит правый. Не может быть, вот только что. Ладно, я его включу, поездим, включится. Фары все горят. Гидронаклон. Вот вручную я скорректировал. Нажимаю кнопку, загорелось. И все.
работает. Глубину. За шторку поднимает. Она тросиковая тут. Без электроники. Все работает. Вал отбора мощности. Вот синяя полоска. Три скорости. Сцепление. Третья скорость. Ну что там соединительное? Есть. Третья максимальная скорость, сцепление, вторая скорость. И давайте с ручника вот так оп, сняли, пониженная, первую скорость, вперед. И, на и вал отбора мощности тоже первая скорость. Поехали. Вал отбора мощности на нейтралку ставим. Поехали. Вторая скорость. Вот, быстрый разворот. Видите, горит. О, я же говорю, что горел. Вот правый поворотник. И первая. И вот включаем вторую повышенную и быстрый разворот сам включается. Да, вот все, я переключил, и он потух. Проверим на пониженную скорость. Вот, сканика. Вперед.
второй остановил, третий. Так, ну тут все кнопочки больше нету. Тут так открывается у нас. Сейчас щитки сниму. Гидроусилитель руля здесь есть, забыл сказать, вот тут. Насос на него, это основной. Ритен Е78А. 22 лошадиных силы. Расширительный. Муха японская опять. Вот сапун. Так, 22 лошади, по ГТД он, кун на 180 килограмм, ведовый, трехцилиндровый, еще пока не продан. Всего доброго, до свидания.